Друзья, слышите песню? На концерт этой певицы мы сейчас идем с Наташей. Узнали, кто поет? Если не узнали, смотрите дальше. Степанята в Самаре. Направляемся на концерт Ольги Бузовой, ресторан Максимилианс. Пойдемте с нами. Сказала Наташа, немецкий пивной ресторан Максимилианс, концерт Ольги Бузовой. Цены на билеты от 1000 рублей до 3500, в зависимости от расположения этих столиков. Мы забронировали столик на двоих, стоимость 2000 рублей на человека. А в стоимость не входят ни напитки, ни еда, это просто чисто за концерт. Первый раз я Ольгу Бузову увидел на телепроекте «Дом-2», еще когда он только начинался. Да-да, я тоже его смотрел, не поверите, но первые полгода я смотрел проект «Дом-2». Мне тогда очень нравилась Ольга Бузова и ее пара с Романом Третьяковым. Для кого-то Ольга Бузова имеет какой-то образ недалекой блондинки. На самом деле это, друзья, не так. Во-первых, она уже не блондинка, а брюнетка. Во-вторых, Ольга закончила школу с серебряной медалью, а Санкт-Петербургский университет закончила с красным дипломом. То есть о какой глупости и недалекости может идти речь? Ну, в России есть такой тренд просто ненавидеть Ольгу Бузову, когда говоришь про Ольгу Бузову. Да я ее ненавижу, я ее терпеть не могу. Вы мне скажите, за что вы ее ненавидите? За что вы ее терпеть не можете? Она вам сделала что-то плохое? Ну, может, это просто зависть? Ненавидят, потому что завидуют? Да просто модно ее ненавидеть. Модно? Почему? Да, а если ты ее любишь, это стрёмно. Почему-то стрёмно. Так, да. Да. Сколько до концерта? Минут 40 осталось. 40 минут до концерта, толпа фанатов. Смотрите, сколько людей ждет выхода на сцену Ольги Бузовой, фанаты. Что для вас Оля Бузова и что вы ожидаете от этого концерта? Она мой кумир просто, я ее обожаю. Я тоже очень люблю ее. Какие самые любимые песни? «Танцуй под Бузову», «Принимай меня». Вообще все песни нравятся. «Мало половин», наверное. Мало половин. Как вы первый раз на ее концерт? На «Метель» не были? На «Метель» не была. А когда она открывала магазин в «Мегасити», вы не были? Нет. Когда вы не были? Сейчас надеетесь автограф взять? Мы ее уже поймали до концерта. А вы успели, где ее поймали? Она порадовала, кричала. Девчонки, вы являетесь фанатами Ольги Бузовой. Да. Какие ваши любимые песни? Да, моя любимая песня тоже «Мало половин». А моя любимая песня «Губы». Первый раз на концерте пришли, Ольги, да? Никогда больше не ходили. Что, вы видели ее когда-нибудь? Нет, мы первый раз. Хорошо, да? Удачи. Надеюсь, вам понравится концерт. И вы уйдете отсюда с положительными эмоциями. Папа заждалась. Уже простой 5 минут, уже им не терпится. Ну что, привет, Самара. Привет, Максимилианс. Привет, мои люди в Самаре. Боже. Если бы вы знали, как я счастлива сегодня. Какое я испытываю удовольствие, находясь здесь, сейчас, на сцене. Спасибо каждому. Мужчины, не обижайте нас, пожалуйста. Потому что мы такие эгоистки. Я сегодня настроена дерзко. Потусить до утра, забить обиды. Подлецов надо резко. Думал, что сломал. Думал, что надо.
на дом отнести? Нет. Но она тебе нравится? Она мне нравится. Да? Какие ты факты знаешь о Ольге Бузовой? Я знаю, что она участница телепроекта «Дома-2», она телеведущая, она певица, у нее есть собственный бренд одежды. Она вообще просто замечательный человек, она добрая, чуткая, она душевная очень, она очень близка мне, я очень много качеств разных нахожу в ней своих. Ну, а я знаю, что Ольга входит в топ Инстаграм «Россия», она на первом месте, 15 миллионов подписчиков, опережает бойца Хабиба, Тимати, Павла Волю и Ксюшу Бородину, которые тоже входят в пятерку. Короче, она очень крутая. По России первое место, друзья. Number one. Я понимаю, что вы все хотите отдыхать, но мне иногда хочется поговорить. Вы готовы поговорить со мной? Я хочу сказать огромное спасибо моим самым преданным поклонникам, которые приезжают со мной, за мной, из города в город. Спасибо. Давайте ручки поднимем все. Миром правит любовь. А сейчас нам будет что? Нам будет? Нам будет? И все-все Самара! Негатива к Ольге не имею, знаю, слышал и по радио, и из лайков, как говорится, несколько песен Ольги Бузовой. «Под звуки поцелуев» – неплохая лирическая песня, «Мало половин» – такая танцевальная, и вот последний трек, тоже танцевальный, это «Танцуй под Бузову», друзья. Сейчас мы это все с вами увидим на площадке ресторана «Максимилианс». Я нормально спела? Не фальшиво? Ну, чуть-чуть, может быть. Нет? Я на эмоциях. Вы знаете же, музыка – это жизнь. Это же не ноты. Это не музыка, это жизнь. Октава. Это то, что ты чувствуешь в сердце. Это то, что проживаешь каждый день. Моя сцена – это моя жизнь. Это то, благодаря чему я живу каждый день. Я приехала просто не с пустыми руками. Я привезла с собой диски, которых вообще никто не продает, потому что уже все в интернете, все давно не так, как я хочу. Все скачивают. Я, мои хорошие, хочу вернуть историю, хочу вернуть тот момент, когда музыка была важна, когда ее хранили на дисках, когда сохраняли анкеты, диски, футболки. Поэтому я сегодня привезла все с собой. И если у вас будет желание после концерта что-то приобрести, вот я вот смотрю молодого человека, он прям, я вижу, но хочет
пойти и сейчас прям покупать. Все сказал для меня, Ольга. Ну вы дождитесь до конца, ладно? На входе в зале продается мерч и диски на память. Ольга Бузова дизайн. Мало половин, неправильное. Все для вас. Любуется красотами Самары и танцует на катере. Смотрите, красота какая. Там приезжала два или три раза, и все были весь такие март, какие-то такие не очень. Она ничего такого о Самаре не говорила, а теперь ей понравилось. В Самару надо приезжать с мая по октябрь. Никаких зимних периодов Самара страшная и грязная. Что я спрашиваю? Это же мой концерт. А он твой директор вообще-то. Поцелуй на балконе, среди пробок и стаи, целый между нами, спасибо, мои хорошие. Вы за свинки тогда.
Ольга. Бузова! И Бузова. Бузова! Танцуй под Бузову! Мало. Молодец! Я открываю мир. Спасибо вам всем огромное. Помните, что миром правит. Все, друзья, закончился концерт Ольги Бузовой. Мощно, мощно понравился. Очень хорошая, мощная энергетика Ольги. Постоянно общалась с залом, бросала футболочки, вела диалог с толпой. Тебе как вообще? Я очень рада, что тебе понравилось. Это самое главное. Я так переживала, то, что я его просила, умоляла. Пожалуйста, можно со мной на концерт. Два раза мне отказывала. Я с ним на футбол сходила. Да, я не самый молодой мужчина на планете Земля, но я сходил на Ольгу Бузову. И мне понравилось, друзья, вам рекомендуем. Кто здесь не был, но хочет попасть на концерт, следующий будет в Тольятти. В конце мая будет Краснодар. В начале июня будет Нижний Новгород, друзья. Добро пожаловать. Понятно, рекомендуем.